Мальчик, передвижной центр связи находится вдоль реки. Чтобы не добираться вплавь, возьми лодку. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Far Cry 1. Я прошел 16-я часть игры под названием Jackpot Crow. Я желаю всем приятного просмотра. Ух ты, нифига себе, кстати, огромное всем спасибо также за поддержку. Мне очень приятно, что вы пишете классные комментарии, ставите лайки и подписывайтесь на мой канал. Огромное вам всем спасибо за это. Правда, кстати, я недавно группу создал, мне помог мой новый друг Саня создать группу прикольную ВК. Ссылка на него будет в описании. Также будут, в принципе, все ссылки на мои все соцсети в описании и ссылка на мою группу в Дискорде также будет в описании. Я не прочь завести новых друзей. Почему бы и нет, как я говорил. Так, раз, придурок. Два, три, ни хрена себе. Миссия обещает быть даже очень-очень трудной. Так. Есть. Ага. Прикольненько я в голову попала. Так, три цели осталось, а? Если, конечно, я не ошибаюсь. Но, по крайней мере, пока три спалил я. Так. Плывите на лодке кустью реки. Ага, вот наша цель. Понял. Может быть, наконец-таки мы этого придурка в шляпе уже в этой миссии убьем, а? Я, в принципе, на это надеюсь, а? Кто мне уже достал на самом деле. Он давно уже напрашивается, чтобы Джек ему пули в голову пустил, а? Также спасибо вам всем, что участвуете в опросе в моей группе, а? Какую-нибудь проходить следующую игрушку после прохождения Фракая? И дополнительных миссий Мстителей, которые я хочу записать. Кстати, когда миссии там прикольные, правда, они мне очень понравились, а правда, еще и пока не проходил. Кстати говоря, спасибо вам огромное, что также участвовал в вопросе, какую мне следующую игрушку постримить онлайн. Пока что в вопросе выиграет Call of Duty Warzone. Ну и почему бы нет, эта игрушка прикольная, я не прочь ее застримить, эта игра не прочь с кем-нибудь из вас в нее поиграть и поболтать по Дискорду. Почему бы нет, я больше на самом деле общительный человек. Как вы заметили, я еще тот болтун. Ага. Так, подожди, придурок. Ух ты, сука. Есть. Так, еще один остался, где-то там бегает, а? Сука, у них у всех каски видят. Ну, мидо, не у всех, конечно, каски. Только эти каски видят. Цепельская винтовка с первого раза не пробивает. Ну, типа, как будто... Уж прикольно, на самом деле, сделано, а? Также всем рекомендую эту прикольную игрушку, на самом деле, а? И огромное спасибо тебе, Саня, за то, что помог мне настроить ОБС-ку. Правда, молодец. Спасибо тебе. Пойду чуть-чуть не поднастроить там, а Дэнэшн Лес подтупил. Но все равно, на самом деле... Опа! Спасибо тебе, бро. Правда, ты помогаешь мне, хоть и не обязан делать это, но ты это делаешь, а? Респект и уважуха тебе за это. Ты говоришь всем вам респект и уважуха, мои друзья. Правда. У вас очень прикольные классики видеоролики, стримы, мне очень нравятся. Я вижу, что вы стараетесь, и почему бы не... Ваше видео или стрим посмотреть, лайков не поддержать и написать классные комментарии. Я всегда за. Почему бы и нет, если человек старается, я вижу, что он старается. Я тоже стараюсь. Наемники прочесывают реку. Будь осторожен. Их лучшие люди ищут тебя. А, лучшие люди Крау ищут меня. Спасибо, Дэйл, за предупреждение. Если кто предупрежден, тот вооружен. Так, ушки, ладочки пока одного спалили, а? Так, ушки, ладно, тебя туда и кохнем, а? То тебя лучше пока лечь, а? Потому что прицел тут не зрешься, а? Так, давай. Опа. Есть. Минус два. Оленя. Там может полюбить кто-то еще будет, а? Сомневаюсь, что их только двое было, а? Потому что этих бой где-то пятеро. Я же говорю. Припады так идут. Хреновастенько, я их не вижу, а? Опа. Все, есть. Кто молодец, ты молодец, кто молодец, я молодец. Как говорится, сейчас сам себя не похвалит, никто не похвалит. Потому что очень прикольненькая, классненькая игрушка. Ого, нифига себе. Посмотрите, вот это как будто настоящая. А как она прикольно сделана. Эксперт и уважуха компании прикольненькой Crytek, кто сделал эту прикольную игру. И также с поддержкой Ubisoft. Ubisoft и Crytek постарались над этой игрой, все видно, на самом деле игра очень классная получилась. И такая захватывающая, интересная, блин, что хочется много раз ее проходить. Хотя бы попытаюсь сегодня, в этот раз, ее один раз пройти. Так, раз, два. Сука, они все, блин, сука, такие накачанные, качки, блин, гребаные, а? Так что там мутят, не знаю, не пойму чего. Ладно, так что быть. Чувак, мы помешаем тебе, потому что у нас времечко. Мы хотим убить Кроу. Надеюсь, скорее всего, в этой миссии мы его и убьем.
А то он, сука, правда давно напрашивался на самом деле, а? На пулю в голову. Ты, сука, за пулемет сел. О, боже, дальше, сука, вещи, а. Сука, в этой игре очень много присутствует крови, а. А, я его все-таки убил этим газом, да? Ну, сука, хоть раз одного придурка я убил, а. А то предыдущая миссия, сука, миссия была прикольная. Да, Игорь, сука, от этого газа что-то не умирали, а. По крайней мере, я не пахал, вот эти баллоны нифига не издыхали. Подожди, иди. Так, ушки, оладушки. Ага. Вау, прикольная игрушка. Блин, столько тут красивого. Зелени, блин, деревья, кустики, бамбуковые деревья, блин. Птички, ага, сирикают. Светлячки, ой, летают, квас. И светлячки. Аккуратненько, главное, чтобы не самого не кокнуло. Опа, прикольненькая резиновая желтая лодка. Погнали! Не знаю, что будет дальше, мне самому очень даже интересно узнать, что же будет дальше. Загадка, как говорится, века. Ой-ой-ой. Вау, нифига себе. Круто, прикольненько с меня с пулеметчика первого. Так, лучше присесть, взять винтовочку классненькую. Патрончик она будет экономить. Ну, что прицел трясется, попасть не смогу нормально. Кто-то побежал, а? Ладненько, два дебила. Есть! Минус 4 дебила. Один дебил остался. А может и не один. Ладно, все. Берем лодку. Берем потом ту классную лодку или не берем. Хотя не знаю, честно, думаю, скорее всего, это лучше. Офигеть. Почему они, сука, не тонут? Я этого вообще не понимаю. Сука, раз их убиваю, никогда не тонут, да? Загадка века. Ладненько, берем. Вот это. Блин, не эту лодку. Подожди, Джек, подожди. Опа. Дякушки, ой, прости, лодочка. Это дебило. Ой, тут дырка. Это показалось, там больше никого нет, да? Вроде бы нет. Хотя аккуратненько, вы подождите. Аккуратненько повернем на правого. Ну-ка. Опа, еще лодка. А лучше туда выстрелить, а? Интересно, куда я выстрелил, а? Вау, ого! Сука, на пулемете сидит. Сука, вроде бы убил, хотя не факт. Пониже еще бы. Так, а ну-ка, там у нас кто? Или никого нет? Все быстренько. Папачи. Ну да, кто у нас там? Ого! Сука, хрен тебя не убить меня. Так, тут больше никого нет. Ого, нифига себе. А, вот куда он стрелял, а. Гранатометчик. Понятно. Так, сейчас быстренько берем у них патрончики. И идем дальше. Блин. Я подумал, очень хочу узнать, что же будет в конце. Блин, конечно, честно сказать, наверное, позор перед действием пройти игру. Вроде бы не такая прям сложная, но она очень интересная. В самом деле, правда, я в детстве просто боялся пройти, когда только появились первые тайгены, я просто закрыл игру и вышел. Хоть пройти не смог. Так, прикольная, классная лодка. Я думаю, что знаете, что сделать, а? Думаю, меня никто не освоит, если я так сделаю. Опа. Только это прикольная функция, я один раз ее использую, я больше не буду использовать в этой миссии. Ой. Во, все. Возьмем сейчас быстренько у него патрончики. А, опа, сука, там, по-моему, придурки есть, да? Ого! Я тебя запомнил! Ты меня запомнил? Раз, два, три, три, три идиота, да? Ладненько. Вот это позор было. Есть придурок. Так, следующий идиот. Еще есть. Нет, не убил, сука. Вот это меня капец как клеит, а? Это когда их не убивает, а? С первого раза снайперская винтовка. Сука. Есть, теперь убил наконец с первого раза. Так, ну по-моему кто-то еще остался. А, вот он, нифига себе, так близко, я не спалил его. Это его с первого раза убило. Есть. Там по-любому кто-то еще, скорее всего, есть, а? А может и нету. Хрен, знаете, что я еще решил сделать, а? Это будет классный эпичный, на самом деле, прыжок. Он просто будет охеренный. Надеюсь, что Джек не умрет. Так. Хотя, может, не будем прыгать, на самом деле? Нет, все-таки прыгнем.
кстати говоря, с винтовкой снайперской прикольно будет. Раз, два, три, прыжок ассасинской веры. Ю-ху-ху-ху. Ой, блин, Ваня, сейчас быстро берем лодку, а? Где наша прикольная лодка? Подожди, подожди, Димончик. Куда она, правда, делась? Куда ее? Ой, я не туда поплыл. Вот она, лодка. Сейчас быстро лодку возьму. Так, давай, Джек, побыстрее лянчику, плыви, плыви. Блин, на самом деле прикольненький бы прыжок, а? На самом деле, мне очень нравится использовать буковку F. Я могу любую позицию занять в игре, но лучше часто эту штучку не использовать. Хотя, в принципе, я думаю, я обычную игрушку играю. Это обычная модификация, в принципе, за нее забанить должны. Я же не играю, допустим, в онлайне. Это против людей. Ладно, если я против людей бы использовал бы реально какую-то штуку. Ну, играл бы с ними, туда бы, да, я понял, хорошо. Опа, прикольно, да? Джек, твой суперспецназ весь. Так, лучше переключиться. Кстати, сюда я не всех снес, а? Я думал всех. Ну, ладненько. Бывает. Блин, это очень красивая игра. Правда. Офигеть, даже Ведьмак первой части в топе хуже выглядит, чем Far Cry. Хотя, он 3 года позже вышел. Но Crysis, конечно, первое ничего не скажешь. Там охеренная. Правда, охеренная. Есть, сука, я его снес. Уроды тупые. Блин, даже интересно, что же будет дальше. Так, ну подожди, пап. Есть, сука, я не знаю, кого там убил, но убил, так, поближе. Тут припаркуемся. Ой, надеюсь, меня не копнет никто, сука. Вы охерели? Так, сейчас быстро переключаемся. Там, походу, дофига дебёба. Блин, да. Есть. Какая прикольная позиция заняла. Они, сука, своего босса-то серьезно. Ладно, как, блин. Дипка, не позорься, а. Димка. Не позорься, кстати, сейчас на мой канал, посыпай к этому видео. Ведь я правда слушаю Ваню. По крайней мере, я надеюсь, что я слушаю. Есть, все. Берем лоску, не берем, ладно, берем лоску. Кстати, как там точило. Прикольно, я заметил ее, а. Берем точило, тут вот так побахаем. Вот так вот. Опа, парковочка. Вау, нифига себе, прикольнее его. Лишь и башка шевелится. На тебя, сука. Ну-ка нахер иди отсюда. Ладно, нельзя. Все. Кстати, конечно, знаете, как эта машина называется? Напишите в комментариях. Мне просто интересно узнать, что эта машина называется. Я знаю, что как именно эта машина называется. Допустим, Хаммер, не Хаммер, там. БМВ, какая-то БМВ. Ну просто, примерно, а. Блин, прикольно так ездит на самом деле, а. Ладненько, все. Только уже. Ну-ка. Ой-ой-ой, подожди, сохранёк, а. Вау, типа, их выбор есть. Либо поехать на лодке, как будет, типа, на лодке, либо на машине. Ну, конечно, лучше или пешком пойти на самом деле. Ладно, а я лучше пойду, конечно, на машине. Посмотрим, что будет дальше. Это очень интересно самому, а. Прикольненько так кататься на машине, а. Ой-ой-ой. Вот. Вот здесь тебе вертушка. Ого, нифига себе, мне даже взрывной волной откатило, да? Отсюда, сказать, оттолкнуло. Так, ну, как ты сейчас живой остался? Или нет? Ого, нифига, посмотрите, как он припечатал, где его, охренеть, блин. Я, конечно, знаете, тут на самом деле в игре прикольные и смешные баги, блин. Предыдущая миссия вообще капец была угарная, а. Там в храме в конце, блин, монстры и люди баганули, это вообще было прикольно, а. Так, а тут у нас кто? Ну-ка, кто это? Ого, сука, минометчик? Миномет, ты типа его помощник, а? Координатор гребаный, а. Есть, сука, давай, разворачивайся, придурок. Есть. Так, быстро перезаряжаемся. Нам патроны еще пригодятся. Берем нашу крутую пушку. Теперь классная мы сбили вертолет на самом деле, а. Ой. Блин. Я боюсь на самом деле вниз спускаться, а. Не знаю, появится или не появится тут тайгин, а. Опа. Давай, я тебе видео приду. А, это радио, хрен его. Ага, вот он еще один придурок. Давай. Ну давай, иди сюда.
Ты застрял, что ли? Вы же вроде умные, блин, ребята, а? Вы типа элитные бойцы. Оу, какого хрена тогда? Вы тупите так. Ладненько. Опа, прикольненько вертолет так приземлился. Классная посадочка. Ладно, сука, я сам подойду к вам. Но, правда, не слишком быстро. Потому что мне нужны очень... Ага. Ой, а ну-ка тут. У нас кто? Опа. Есть. Есть. Я молодец, что его кокнул. Этого дебила я кинул гранату вот так вот, да? Опа, прикольно залетело. Реально попал у него. Блин, а прикольно. О. Мне кажется, я попал, но может не убил, а? А я все-таки убил. Эй, ты сука. Откуда стреляешь? Сука. Есть, прям в голову, а? Крутяк. Ого. Типа, я сдаюсь, не убивай меня. Ну хрен тебе, сука, а? Ты тварь. Вот, я вообще урод. Тут, по-моему, даже кто-то еще остался. Лучше аккуратненько осмотреться. Блин, это просто офигенная игра. Я знаю, что я много раз говорил, но правда очень прикольный. Я себе его похерачил, а? Вау, блин. Что-то какой-то, что-то, знаете, если честно, украл слабые какие-то элитные бойцы. Элитные, блин. Где они элитные, не вижу, а? Опа. Блин, эту пушку я хотел взять, но думал, все. Взять, не взять, блин, не знаю даже на самом деле, а. Вроде прикольный прицел, а если на самом деле так сделать, ой. Нет. А типа дальше не отдаляется? Нет, тогда лучше свою пушку оставлю, а. Она мне больше нравится. Так, все, пойдем дальше. Я думаю, знаете, как вот так вот по мосту пойти. Ну, типа, знаете, как сказать, их с тыла обойти, если получится, а. Мне кажется, так никто не делал, кроме меня. Все, наверное, либо на лодке пулен, скорее всего, на лодке, а вот так вот никто не делал. Знаете, я хочу просто от людей отличаться, ну, так сказать, именно в хорошем смысле слова. Надеюсь, правда вам нравится мое прохождение. Я очень стараюсь, записываю прикольненькие прохождения, стримы. Ну, кстати говоря, прикольненький стрим недавно я провел по игре Crossout. Мне очень игра понравилась, а, на самом деле. Классненькая, блядь, а такую, конечно, тачу я смешную сделал. Ух ты, сука. Ты, сука, напугал меня. Ну, урод, ты больше не пугай, пожалуйста, а. Еще падает такой, сука. Капец, а. Я уже в этой игре, по сути, много раз испугался, блин. Это капец, а. Мне больше, кстати, игра пугает люди, чем Трагин. Как ни странно, а. На уровне, этой уровне, на этой сложности, а. Ну-ка, что у нас тут? Ну-ка. Опа. Нифига себе, это... Сука, минометчик. А ну-ка, тут у нас кто? Подождите. Еще один минометчик, походу, а. Да, походу еще один минометчик было. Я попал в него, мне интересно, убил, не убил. А вот теперь точно убил, а. Так, ПНВшка. Просто с ПНВшкой на самом деле удобнее гасить. Блин, быстрее, придурок идет. Я уже придурок тебя заметил уже, да. Вау. Мне, кстати, очень нравится, на самом деле, при полночном видении. А с ним охрененно, на самом деле, тех дебилов гасить, а. Так, кто-нибудь еще есть? Да или нет? Скажите, пожалуйста, типа, да, мы тут, а. Опа, еще один миномет. Да охренеть. Блин. Ох, сука, там гребаный. Так, кто у нас? Пулеметчик, сыр, типа, курить сигаретку или чё? Я тебе говорю, курить вредно. Правда, кури вот это дерьмо. Опа, вертолет. Ага, сука, вроде бы убил. Вертушка, сука, летит, да? Нет, тут полевой какой-то еще будет, а? Вот, потому что шкала вниз не опускается. Блин, сука, реально похоже, сука, вертушка, а? Ах ты, сука! Ой! Есть! Не знаю, ой! Кто-то, это кто? Ах ты, сука, еще на лодке есть ублюдки. Ладно, лучше возьму броника. Так хотя бы не так быстро меня убьют, а? Во! Там, окажется, сука, еще на лодке меня клиенты ждали, а? Блин, прикольно, я на самом деле сбил вертолет. Теперь надо аккуратненько подойти к ним и убить их.
придурки, они думали, типа я отсюда появлюсь, а я бах из тыла зашел, а? Мне ж молодец, как тупой человек. Надеюсь, что не тупой. Офигеть, я, сука, сбил вертолет. Вторую вертушку сбил. Круто. Они к себе быстро кратим патрончики, может быть даже жизни найдем. Такая прикольная, их палатки, мне нравится, я бы такой поспал бы, а? Ну, по всему деле, в лесу, тишина, лежишь в палатке, кушаешь вкусненькую еду. Тига, если вы кушаете, приятного просмотра, ой, приятного аппетита. Если вы смотрите мое видео на прохождение, кушайте. Так, берем быстренько у лодку. Так, вот, в жизни, конечно, печаль беда. А может быть, у него будет жизнь, а? Хотя я сомневаюсь, конечно. Ладненько, так пойдет. Фух. Блин, охеренно. Я просто кайфую, правильно? Знаешь, у меня там, я зашел, выглядел, что это настроение поднялось, а? Вот все бы такие, как были, а? Такое шубило настроение поднимается, а? Вот, вот, сука, а? Ну охренеть, вот, молния. Чувак, придурка, это сила, три дебила, это ночь. Уже рядом с центром связи, он стоит... Пилот, а? Будь осторожен, это тебе не прогулка в парке. Понял, понял, тебя вдруг, спасибо. Так, там, мне кажется, их даже очень больше, а? Мне кажется, мы все-таки подходим почти к Гроу, и все-таки мы его убьем в этой миссии. Мне кажется, это просто предчувствие, а? Как вам вообще мое название? Джек против Гроу. Я сам придумал. Там, конечно, были дофига названия разных, я не думаю, если там были, типа, последний бой Гроу, река, река, и все, в принципе, больше не было разнообразия. Так, давайте. Ладно. Все, перезарядка. Вот. Блин, сука, какой хрен попадает по мне. Блин, сука, а ну-ка, тут у нас кто? Мне кажется, там намного хуже противники, а? Чем этот дебил. Блин, сука, если бы... Есть. Сука, попадает, на самом деле, мне интересно, а? Блин. Есть, попал. А ну-ка, тут у нас, сука... Там у нас, сука, пулеметчик, а? Ладненько, лучше патрончика сэкономим. Хотя, может, патроны еще найдем, а? А еще один пулеметчик. Есть! Так, снес. Это дебил у нас там в кустах, ладненько. Сейчас поближе поплывем к нему. Сука, копнем его, а? Так, припарковываемся. Конечно, попался придурок, только не я, а ты. Урод такой. Так. Так что быть, я тут возьму лягу. Если я правильно слово сказал. И... Лобещу кому запущу, а. Я помню, там где-то еще придурок есть. Опа. Последний патрон, надеюсь, попаду. Прям чисто в бошку ему, а. Ого, нифига себе. Как будто, сука, патрон, как будто я к войне готовлюсь, а. Охренеть, ну-ка, блин, аптечки нету, а? Надо аптечку, опа, вот и аптечка, а? Ну, слепандя, я, ну, лошарика. О, вот тут, получается, я не добавил патроны или винтовку, блин, были тут, охренеть. Опа, теперь у меня 10 патронов винтовки есть. Ну-ка, машины нету, а? Так, надеюсь, я тут всех убью, хотя, я, скорее всего, думаю, что ни хрена не всех. Так, там пулеметчик получится был, там пулеметчик капец, эта миссия реально очень сложная. Предыдущая миссия была немного полегче. Я не знаю, что будет дальше, если эта миссия уже такая сложненькая. А дальше, походу, вообще будет жопа. Эти, говорят, эта фигнюшка называется Паума. Только я так не пойму, для чего она мне нужна. Думаю, походу, дело узнаем. Да, я говорил, но я просто прослушал, а. Тебе мне очень нравится, прикольный петух. Вообще, в принципе, не тут все пушки нравятся в этой игре, а. Все, и винтовка, и МП5, и эмочка, блин. Каждое оружие по-своему прикольное в этой игре. И вообще, разработчики, кто эту игру сделал, на самом деле молодцы. Еще раз всем спасибо вам, что правда участвуете в вопросе в моей группе, а? На самом деле. По поводу, какую игрушку мне следующую проходить, какую игрушку надо мне поиграть, я просто у вас мнение спрашиваю, мне просто интересно, какую бы хотели бы в моем, допустим, посмотреть прохождение обычной игрушку, ну, чтобы я прошел на канале, или, допустим, на стриме какую-то игрушку я поиграл. С большим удовольствием хочу с вами поиграть, правда, в эти прикольные игры онлайн именно. Танчики, против Warzone или, допустим,
или, допустим, какую-нибудь другую игрушку, а то просто мне по-разному скучно, а с вами будет веселее. Я знаю, что вы меня поддержите, с большим удовольствием надеюсь, что вы со мной поиграете. Или пиши, я с вами поиграю. Ай, близится развяточка, и скоро мы, наверное, убьем Кро. По крайней мере, у меня предчувствие. Так, ушки, оладушки. Боезапасы полны. Все, охеренно, эта пушка не больше нравится, правда? Шикарно. Супер Кро. Мой тебе совет. Не дай ему добраться до центра связи и вызвать подкрепление. Если, конечно, не хочешь повеселиться. Дело твое. Спасибо, спасибо, Дэвид, за предупреждение. Так. Установите Кроу и загрузите данные из Паума. А, вот данные из Паума надо загрузить. Я понял, я же говорю, Сергей, что мы этой миссии убьем этого сукин сына Кроу. Ублюдка в ковбойской шляпе. Или в шляпе шерифа, не знаю. Так, подождите, подождите. Давайте я аккуратненько вот тут прилягу я. Ого! Раз, два, три. О, нифига себе у него охрана у Кроу. А у него внушительная охрана. На самом деле жесткая. Так, этот придурка мы, наверное, первого убьем. Так, есть. Есть. По-моему, есть. Офигенно, потратил 4 патрона и с первого раза всех поубивал, а? Вот так был бы всегда, бы, а? Так, я думаю, знаете, как лучше сделать? Мне кажется, там капец еще хуже будет охрана у Кроу, как у мой первый босс. Поэтому, знаете, как-нибудь по-другому обойдем. Только вот, правда, не знаю как. Дабы, чтобы просто лучше позиция была. На самом деле. Давайте все-таки использую троечку, так что будет еще раз, а. Ну, это просто нужная вещь на самом деле, а. Я очень-очень эффективная. Опа-опа. Блин, а там рука, ну как-то у нас там. Сейчас, подождите. Мне кажется, все-таки. Не, я знаю, что мы кого убьем в этой миссии, это понятно. Я имею в виду, тут их очень дохрена. А вот он, сука, и Кроу. Посмотрите. Придурок в шляпе, а, ковбойская, я же говорю. Во, сейчас, подождите, вот он, идиот, а. Надо-ка ему пулю в голову сейчас запустить. Как это будет? Нормально или нет? Все, просто с одного раза, сука, убил Кроу. Все, ваш лидер сдох, ублюдки. Что будет тебе без него делать, а? А теперь можно их все подносить, а. Блин, охрененно я позицию занял, а. Так, он накатает дальше где? Там у нас, по-моему, сука, там у нас... Ах, там у нас... Я не знаю, кто у нас, но по-любому снайпер есть, а? Ну, сука! Ой-ой-ой-ой! Нифига себе, одним разом мне, сука, столько жизни сняло! Кто это у нас, а? Ну, по-любому не снайпер, а снайпер, наверное, где-то, сука... Тут, а? Ух ты, сука. Нифига себе, у кого охеренный снайпер, а? Ну все. Ладненько. Мы кого с первого раза убили, сука. Я думал, как-то сложнее будет с ним. А бах, с первого раза, сука, сдох. Честно, я удивлен. Очень даже удивлен. Удивился. Блин, сука, это же офигенно все шло. Ну почему-то Дима сдох, а? Димка, ты позорный лошарик, а? Пожалуйста, все, больше не буду вздыхать. Правда, на самом деле. Ух, все, я так счастлив, что просто с первого раза я его убил, там вообще просто охеренно было. А я сейчас быстренько этих дебилов убьем. Все, не будем сисюкаться, может быть, наконец-таки мы с Волк встретимся, но еще мы с ней разделяемся. Хочу, блин, с миссией с ней поиграть, а? Ну, чтобы она с ней побыла. Так, опять же, эти придурки, так. Давай, дебил, ты пойдешь? Так, где четвертый придурок? Так, четвертый, кот оделся, ага. Есть, все. Так, все нормально. Так же все делаем, только правда не даем снайперу теперь нас поиметь, а. А у него правда охеренная охрана. Блин, а что, мне просто эпично было. Спиратом, пах, сука, убил его, а. Так же используем F3. Это просто позиция охрененная. Только правда, если бы еще так вот лечь и, знаете, так вот. Ясно, эти Кроу, я понял. А вот там кто, я не понимаю. Значит, сейчас стоит точно сделать, хочу сразу, а? Сука, убить снайпера. Подождите. Сука, серьезно? Какого хрена? Есть!
А теперь Краус, сука, будет бежать, а? Он тебе, сука, не будет стоять. У него, сука, пулемет, а? Опять же я его с первого раза убил, а? Блин, теперь у меня только 2 патрона осталось, а? Потому что я, сука, в текстуру постреляла. Ну и ладненько, давайте теперь аккуратненько подойдем тихонечко и кокнем. И порадуемся, что мы убили Крау. На самом деле, Джек, наверное, очень радуется, сука, что он этого дебила Мурня Крау наконец-таки кокнула. А блин, сука, куда ты бежишь? Правда, придурки, поднимешься ко мне, это ясно. Время драть задницы! О, время драть задницы, приятель, ты можешь хочу сказать, да? Ну, похоже, так и есть. Время драть задницы, приятель. Да, он там. Есть. А там у нас, не просто интересно, кто у нас там, там, а? Где? Ух ты, сука, ладненько. Теперь уже так сделаем, а? Сука, охрененно, а? Ой. Так, примерно у нас тут находится. Пососи, сука, да? Нахер, сука, пососи сам, а? О, ты суки, а? Сука, это правда очень... охеренная миссия. Бля, куда я стреляю, а? Последний дебил, по-моему, остался, если я не ошибаюсь. Да ух-то. Есть. Так. Где вы последний, а? Роу, ответь! Роу! Какого хрена у вас там творится? Немедленно доложи! Не вы ли, безумный доктор Кригер? Кто это? С кем я разговариваю? Скоро узнаешь сам. О, офигенно, прийти. Прикольненько, сука. Я убил Кроу, ура, наконец-таки этого дебила я убил, и очень даже счастлив. Трюм-тум-тум-тум-тум. Вау, ого. Опа, почти, вот и все, мы они уже пополнили, так, где мы убили Кроу? А, вот он получился Кроу, и какой у него пулемет, а? Хочу бы пулемет взять, а? Офигенная вещица. В принципе, мне так оружия хватает. Хотя петух... Блин, я бы взял бы другой, просто, как я понимаю, я, видите, патроны одинаковые, поэтому если я буду тратить на эмочки, на пулемете, буду тратить на винтовке, а? Поэтому, ну, на автомате, а? Так, тут у нас кто был, а? Сейчас быстренько патроны соберем. Ух, тут везде были автоматчики, а тут, получается, тоже, в итоге у него был, было где-то 5 автоматчиков, получается, и один снайпер. Блин, у него охрененная охрана была, но просто человек оказался умнее, особенно управлял, мол, классный человек. То есть я. Опа. А вот это нам вообще очень нужно. А вот получается и ПАУМ, как я понимаю, да? Спутниковая типа антенна и спутниковый фургончик или что-то именно. Опа, спутник какую-то... А, спутниковая тарелка пускай будет. Так, а это кого я уже убил. Надо теперь данные загрузить. Окей, Дойл. Около грузовика. Подсоедини ПАУМ к спутнику. Передаю тебе координаты. Джек, ответь мне, Джек. Прием, прием. Как слышно? Вэл, ты где? А, надо тебе сейчас Вэл найти, да? А где? Типа, а где Вэл? А на самом деле, где Вэл? Джек! В точку. Здесь находится фабрика, где они производят мутаген. А вот и коды для запуска тактической ракеты с ядерной боеголовкой, чтобы замести следы. Ты гений, Кроу. Ты упростил нам задачу. Интересно, каким образом это может нам помочь? Смотри за джунглями, Джек. Вау, офигенно. Раз у нас выдалось время поболтать, может, просветишь меня, что все это значит? Кригер был ведущим исследователем Министерства обороны. Специализация — генетика и усиление боевых возможностей человека. То есть Трайдены. Правильно. Тогда при чем здесь ЦРУ? Военная разведка обвинила Кригера в незаконных опытах над людьми. Он занялся частными исследованиями, и мы внедрили в его лабораторию Дойла, чтобы присматривать за его работой. Мы здесь, чтобы остановить Кригера или вытащить Дойла? Я здесь для того, чтобы не допустить бегства мутантов с острова. А ты здесь на случай, если мне понадобится помощь. То есть я здесь просто за компанию? Умный мальчик. Дойл говорит, поблизости находится база наемников. Давай их навестим.
Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в новой части. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Миссия была охеренная, концовка просто шикарная.